Перший заступник голови комітету Держдуми РФ у справах СНД Костянтин Затулін заявив, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко захворів, але в нього не ковід. Про хворобу Лукашенка вже лунають багато повідомлень ще від початку 9 травня. Там його бачили з перебинтованою рукою. Вчора з'явилися у ЗМІ фотографії знову, де Лукашенко стоїть під час візиту до центрального командного пункту ВПС та військ ППО, але вже з іншою перебинтованою рукою. Загалом, що зараз із Лукашенком? Ну, я думаю, что мы все вместе с вами подняли его с постели, потому что так активно информационно мы освещали тему, где же он пропал, что он вынужден был отреагировать на нас и подняться. По той информации, которую мы располагаем, его врач, это его же бывшая гражданская супруга, с которой у них совместный сын Николай Лукашенко, это Ирина Абельская, она является главным врачом правительственной клиники, возражала категорически, чтобы он встал с постели, но он настоял, потому что ситуация была уже, ну, не то чтобы неконтролируемая, но достаточно противоречивая. Он не появлялся 6 дней. Но вот эта информационная, можно сказать, даже атака заставила его реагировать. Ну, подняли его с постели, показали его, лучше бы не показывали, потому что то, что мы увидели, это музей мадам Тюссо, это восковая фигура, видно, что он очень сильно болен. Вы правильно сказали, что в Москве у него был бинт на одной руке. Вчера показали бинт на другой руке. Мы понимаем, что у него стоит капельница. Исходя из того диагноза, которым мы располагаем, сильная вирусная инфекция, которая повлекла себе осложнения, которые привели к проблемам с сердцем. Видно, что у него одышка, видно, что ему тяжело говорить. Так что состояние здоровья его, конечно, желало бы лучшего. Я думаю, что это уже и возрастное, это, конечно же, психическое, то, что психологическое, то, что у него происходит прессинг, он ожидает контрнаступления Украины, он понимает, к чему это все катится и к чему это все приведет. Видно, что человек стар, болен, и уже, я думаю, в этом плане можно ожидать прогрессирования ситуации. Пане Павле, от згідно Конституції Білорусі, в разі недієздатності і смерті Лукашенко найвища влада в країні перейде до спікера Верхньої палати парламенту. Нині цю посаду обіймає 62-річна Наталія Кочанова, колишня керівниця апарату Лукашенка, яка вважається лояльним і жорстким політиком. Чи за ось згідно Конституції дійсно переходять повноваження до цієї людини? Ким вона є? Чи все ж таки у Лукашенка є якийсь записний варіант, кому передати владу, в чиї руки? Кто это может быть? Ну, мне пришлось познакомиться с ней где-то в 2010 году, когда она была мэром Новополоцка, там, где находится одна из рафинерий, перерабатывающих нефтяных заводов белорусских. Тогда она была очень услужливая, очень пыталась лебезить, оказывать, не знаю, знаки внимания всем, кто присутствовал, помню, на мероприятии. В последующем она сделала достаточно быструю карьеру. Она, кстати, русская по происхождению, родилась, правда, в Беларуси. Она стала вице-премьером благодаря губернатору Витебской области Александру Косинцу, ну а потом главой администрации Лукашенко. Как глава администрации Лукашенко она проявила себя, конечно же, в десятку, потому что она показала свою абсолютную преданность, лояльность шефу, и это проявляет до сегодняшнего дня. Она просто смотрит ему в рот. При каждом его слове она встает по стойке смирно, вытянувшись и делает вид, ну и по крайней мере делает вид, она реально делает все, что он прикажет. Она стала таким ретранслятором его воли и возвращения этой информации. Я помню на совещаниях она всегда даже так хвалилась о тем, что она может позвонить Лукашенко, я позвоню, я ему доложу, я обязательно вам вернусь с ответом. То есть она это позиционировала как прямой канал коммуникации. Это человек русского мира. Она абсолютно не видит необходимость существования национального белорусского государства, белорусской культуры, белорусского языка. Это тот человек, который будет уничтожать все белорусское, все европейское. То есть у нее абсолютно русско-мирский взгляд. Она была в Москве в прошлом году. Ее приняла Валентина Матвиенко, представитель Совета Федерации. Ей подарили портрет руки русского художника. Потом они ходили вместе в монастырь. Вы знаете, это выглядело как намощение такое на престол, на правление. Ее принял Лавров. Что удивительно, такого не бывает. Главу парламента Беларуси, Верхней Палаты, ну, условного парламента, парламента у нас нет, конечно.
конечно, принимает министр иностранных дел Лавров. Зачем? А для того, чтобы проверить ее способности, таланты, что она будет говорить и так далее. Но по Конституции вы правы, она вступает в должность в случае натуральной смерти Лукашенко. В случае же неестественной смерти при помощи третьих лиц работает Совет Безопасности. А там главную фигуру играет госсекретарь Совбеза Александр Вольфович. Генерал, который закончил Московское высшее командное училище, Кремлевку так называемую, элитную, закончил Академию Генштаба Вооруженных сил России. И тоже человек, ставленник Кремля, это агент влияния. Его, кстати, поставили первым сразу же после волнений 2020 года по указке из Кремля. Имеет огромные связи в Москве с генералами. Ну, он закончил 2 высших учебных заведения в России. Имеет контакты с Патрушевым, секретарем Совета Безопасности. Так что Россия, в отличие от многих наших партнеров, имеет и имела и реализует стратегию в отношении Беларуси. Она фактически поставила на двоих, на Качанову и на Вольфовича. Качанова как гражданское лицо потенциально, которое может контролировать ситуацию, ну а Вольфович, который контролирует военный блок. Без военного блока, без Совета Безопасности, конечно, Качанова не сможет править. Пане Павло, ну ми зрозуміли, що ця жінка, представник керівниця апарату Лукашенка, це другий Лукашенко тільки в обличчі жінки. І щодо формального президента Білорусі за підсумками свого візиту до командного пункту, де його побачили хворим, заявив Лукашенко, що боєготовність білоруської армії потрібно підвищити після падіння літаків і гелікоптерів на території Росії. На вашу думку, чого боїться Лукашенко? Чому саме на тлі падіння гелікоптерів і літаків в Росії? Ну, давайте посмотрим сейчас психологический портрет Лукашенко. Мне кажется, он боится народа белорусского, раз, он боится России, он боится Запада, он боится Украины. Он фактически окружен. Вы знаете, он по характеру очень мстительный человек. Но, простите за это слово, нагадил всем, а теперь всех боится. И это почему он боится? Он думает, что такое же мстительные будут в отношении его и все, кто находится вокруг. И от этого порождается его страх. И от этого и соответствующие реакции, и поручения, в том числе командующему противовоздушной обороны и ВВС. Лукашенко фактически, я так понимаю, раскрыл больше, чем ему было положено. По крайней мере, он, наверное, не согласовал это с Россией. Он признал факт уничтожения 4 воздушных судов, 2 самолетов и вертолетов на территории Брянской области. Соответственно, он понимает, что и он практически косвенно подтвердил, что они были сбиты, эти суда. То есть он не стал говорить, что там ошибки, и так далее, и так далее. Все это вызывает у него, конечно, животный страх. Так же, как и вызывает животный страх на беспилотники, которые летали несколько месяцев тому назад в Слуцком районе, в Несвежском районе возле Минска, как беспилотник, который повредил самолет А-50. Он видит со всех сторон угрозу. Я думаю, это один из факторов, который влияет в том числе и на состояние его здоровья. Пане Павло, і на завершення до вас запитання коротко. Хочеться порівняти 2 режими. Це режим Лукашенка і режим Путіна, адже в ЗМІ дедалі більше почали називати просто різними сезонами їх одного і того самого серіалу. Навіть ось цей епізод з хворобою диктаторів, про який ми згадали на початку, теж нещодавно побачили в білоруській версії. Тобто це щось подібне до Путіна. Однак, хіба, на вашу думку, цього серіалу буде однакове закінчення, чи щось буде відмінне? Ну, вы знаете, это сладкая, простите, горькая парочка. Ну, я думаю, что последняя серия сериала, по крайней мере, мы все на это работаем, должна завершиться в Гаге. Пане Павле, дякуємо вам. Ми в це віримо, що обов'язково побачимо на лаві підсудних і Лукашенка.